козак дівчину, та вірненько любить, а зайнять не посміє. А козак дівчину, та вірненько любить, а зайнять не общность интересов, но даже языка. Например, на сахар по-украински цукор, а по-немецки цукер. Der Zucker. Конечно, некоторые der существуют, но в основном. Приказ гласит, для каждого убитого и раненого немца будут немедленно расстреляны первые попавшиеся 10 местных солдат или жителей. Совершенно справедливо. Они выписали из Германии специально для духовенства 6 вагонов шелка. Ах, как жаль, что я не знаю немецкого языка. Это не так сложно. Изучить язык вашей страны значительно сложнее. Да. Господин майор, я хотел вам предложить для специальных заданий несколько способных офицеров. Думаю, что в трудной работе по расчистке тыла вам очень пригодятся люди, знающие язык, нравы и обычаи украинской деревни. Я вам буду очень благодарен, господин министр. Господин Гурков. Что прикажете, господин министр? Познакомьтесь. Гурков. Я не дипломат, ваше правосудительство, я солдат. Мне не улыбается возиться с этими куклами. Я считаю, что гораздо проще назначить туда германского генерал-губернатора. Не сразу, генерал. Не сразу. Здесь присутствуют иностранные журналисты. И германское командование считает, что было бы очень хорошо, если бы их приветствовала делегация хлеборобов. Какое упущение. Что ждет? Не беспокойтесь, сейчас организуем. Мені за безпокійство. Може, ви знаєте, де нам знайти яку-небудь нігде із вами. Скажіть, будьте добрі, може, ви знаєте. От тобі знайди отого нігде із Саші. Де ти його будеш шукати? Скажіть, пожалуйста, може, ви знаєте, де нам знайти? Що за народ такий, де кудись біжав? Ну, идем. Куда, ваше благородие? Куда? Там Мирному идем. Ваше благородие, пустите. Нам тоже требуется пустить. Грязнуйте! Я думал, куда вы нас ведете? Может, в тюрьму, может, еще куда? Еще хуже. О речи думай, а то забудешь все. О, забуду. Вы думали тоже. Скорей, скорей, скорей. Ой.
делегация хлеборобов просит германское командование принять ее. Просите делегацию, капитан. Давай, давай. Так вот, украинские хлеборобы приветствуют германскую армию. Они очень рады видеть вас на Украине, просят вас восстановить собственность и от всего сердца принять хлеб-соль. И от чистого сердца принять хлеб-соль. На! Это, правда, меньше, чем 1 000 000 тонн. Передать хлеборовам, что немецкое командование стреляет все от него зависящее, чтобы навести на Украине порядок и восстановить частную собственность. Очень приятно. А мы, знаете, сначала испугались. Думаем, куда он нас тянет? Может, в тюрьму, а может, еще куда, еще хуже. Вы не беспокойтесь, ничего. Это только так разговор идет, что немцы, немцы. А они ничего, хорошие не видят. А мы, знаете, целый день по городу ходили, искали такого, как вы. Мы и скорее. Дело у нас к вам. Ваши солдаты были у нас в корешках. Хлеб забрали, а вместо денег расписки. А вместо денег расписки. Чего вы смыкаете? Смыкай, смыкай, сатана. Так вот, мы, Хорешковские, просим вас. Восстановите ваше высокоблагородие собственность. Уплатите по расписке. Уплатите. Так мы, значит, надеемся, ваше благородие. Дай Бог, убежал. Да не убежал он. Вон он и
идет, голову опустил. Ага, идешь, кузнец, идешь, кузнецуля. Читайте, поймете. Ох, беда мне с вами. Дайте дорогу, товарищ. Пойдут. Битте. А ну, кто еще знает? Правильно ли она говорит, что по доносу попа немцы хотели на этой липе бедняков повесить? А скажите, люди, вы еще Бога веруете? Веру ему. Як же без Бога? Вот так, чтоб церковь не пустовала. Плохо. Ну что ж, придется тогда другого попа искать. А что ж делать? Die zwölfte Kompanie ins Gebiet des Armes Olchowka! Olchowka! Jawohl, aber sofort! Военным министерством ваше распоряжение, господин майор. Очень рад. Прошу. Вы принадлежите какой-нибудь партии, господин Гурковский? Я национал-демократ. У вас военное образование? Нет, медицинское. Ах, вы доктор. Доктором я себя считать не могу. Я ушел с третьего курса медицинского факультета. О, для наших целей это вполне достаточно. Штаб германского командования намерен дать вам чрезвычайно серьезное задание. Для этой цели вам придется на длительное время расстаться с вашей великолепной формой. Так ось який ти, товариш Чубенко. Де б мені найти тебе, товариш Чубенко? Да, дорогой чоловік. 5 тисяч. 5 тисяч за такого чоловіка. Якби у мене були гроші, то я б
10 тысяч, я бы все, что у меня было, бы отдал, чтобы только встретиться с ним. Ходим ты, хлопцы. Трудное время, тяжелое время. Что вам треба? Что вы причепились от меня? Ничего, так хожу по улице, все думаю. А вы иди себе до дома и не думайте. Что ж тут думать? Дома у меня нет. Немцы хату сожгли. Все сожгли. Тыси. Вот только бутылку йоду оставили. Ну, порошки там от всяких полезли. Что ж вы так иди? Вечер я. Вечер? Вечер. Ах ты ж, Господи. И такого образованного человека по світу пустили. От у нас все село в тиху лежит. А якби був вечер, так ми б йому за лікарство і сало, і гусей, і курили. А звідки ж ви самі? Курі що? Хороше село. Ми б вам і хату знайшли. Знову він. На пам'ять. Добре. Я прийду до вас, хорішки. А по-моєму, 5 тисяч мало. Недооцінюєте ці господа, товариші Чубен. Будемо надіятися на бая. Верно, товарищ Чубен. Да надо будет постараться. Время. Нет. Рандеву повстанческого комитета с Чубенко при нашем участии настолько редкая штука, что надо захватить их всех. А двое еще не пришло. Ты говорил, что эти места безлюдны? Видите, на той стене тень. Мы окружены. Время. Время. Ай! Здесь еще один выход есть? Есть. Разве? О встрече повстанческого комитета с нами знали только присутствующие здесь. Живем!
объявляю на весь мир. Краса и гордость Донбасса, командир шахтеров Чубенко, упал в могилу. И вы все знаете, что, умирая, он кричал: «Да здравствует революция и мой железный шахтерский полк!» И мы никогда не забудем эти слова. Смирно, товарищи шахтеры! Смирно, пролетарии Донбасса! Не будет плакать, не служит оружие краса и гордость революции железный шахтерский полк товарища Чубенко. Вечная память. Опустите винтовки! Салютов не будет. Салюты будут там, по врагам. Вы Чубенко? Развяжите мне руки. Handle those men. Отвечайте. Вы Чубенко? Да, я Чубенко. Вы военный? Я сталевар Юзовского завода. Знаете, Юзов... Вы большевик? Большевик. Полевой суд повесит меня. Меня царь два раза вешать собирался. Бандит. А вот бандитами мы называем тех, кто грабит нашу страну. Чопцы я так рассердился. Индиштадт! Schnauze halten! Sowieso wirst du aufgehangen. Ausgegangen. Auf. Aufgehangen. Auf? Ja, ja. Отамане товаришу, рідний батьку мій, бери воли, бери вози, ей, та й додому. Erledigt. Маэстро сорвался где-то с не наших гор. Вот завируха какая. Немцы!
Я вызвал вас для того, чтобы сказать вам, что обязательства, данные вами, господа, не выполняются. Задитесь, кстати. Простите, ваше председательство, но банды Чубенко мутят крестьян. Они отказываются сдавать хлеб и скот. Чубенко мертв. А его пол? Разве эта банда еще существует? По последним сведениям, пол Чубенко скрывается в лесах, не принимая боя. Леса кишат партизанами. Полк непрерывно пополняется. Сегодня в 7 часов утра мужики села Хорошка напали на наш отряд, сопровождавший хлебный обоз. Отряд уничтожен, хлеб разграблен. Село сравнят с землей, каждого десятого расстрелять. Слушаюсь, ваше происходительство. Herr Oberst, unsere Patrouille hat eine Bande festgenommen. Здравия желаю, ваше благородие. Ты? Ах ты? Яким мне доля, скорешок? Ах, пан ты. Куда идете? Себе домой, в Хорошки с города. А зачем ходите в районе железной дороги? А так, короче, путь. Захождение в зону железной дороги расстрелять. За короткую путь? Вот тебе и раз. Да если бы мы знали, мы бы за 40 верст ее вышли. Nicht zwei. Abführen und fertig machen. Як ти так вертих махен, ваше високоблагородіє? Їх діти дома ждуть, діти. А, у них діти дома? А, діти, дрібненькі. Ну, тогда... Ершісн! Вот, спасибі вам. А то їх стіла купа, і все дрібні, як город. У Петра п'ятеро, а в Івана скоро восьмеро буде. А, хорошо, хорошо, повірим. Это твои хорошки, да? Ага. Это наши хорошки. Красивое село. Хорошее село. Рассказывать всем, что сделает германская армия, если народ будет бунтовать. Слышишь? Слышу. Расскажу.
присягаюсь тобі, Петр. І тобі, Іван. Рідну землю цілу. Поки світ сонця бачити був, убиватиму німців, убиватиму панів, щоб привели їх на нашу землю. Дітьми вашими присягаюся, революцією присягаюся. Доброго здоров'я, товариш Щебенко. Это сын мой, Иван. С войны вернулся. У меня и другой сын есть. Оверко. Тоже хлопец хоть куда. Откуда знаешь меня? Человек ты известный. 5000 немцев тебе дают. Да что ж, разбогатеть собрался. Я минер в Керчи. Своими руками по приказу товарища Ленина флот топил. Прости, друг. Садись. А ты ложись. Ух, черт. Забыл. Ничего, ничего. А почему вы с оружием? Гетман Украину под германскую губернию отдал. Хотим обратно забрать. Просим тебя, товарищ Щебенко, быть нашим командиром. Просим. Хорошо. Согласен. Мирно. Вольно. Ну, а много ли вас? 20 человек. Оружие есть? Ого! Целый полк, батя. Да. Как в сказке. На родине враг, ничего на свете нет ценнее, чем оружие. Ни одна душа не должна знать, где спрятано оружие. Вот соберем силы, тогда оно скажет немцам речь от имени украинского народа. Пока оно молчать будет, помолчу и я. Ах ты! Старая гвардия. Ну, какая там гвардия в 70 лет? Вот вы гвардия. А к тебе, сынок, Оксана с каменных брод приезжала. А вы, мама, ее отдали турецкую жену? Носит, к лицу ей. Вот и женился бы. Женюсь, мама. Вот только сваты от немцев в лесу попрятались. Иван! Иду! Немецкого командования. Точка. Я вас прошу. Воинской. Поезд. Номер 6. Я пустил под откос. Вот здорово. Точка.
командир Чубенко. Пиши, 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 пиши. И меня подпиши. Не надо. Ты думаешь, я хвастаюсь? Немцы в районе крушения села могут выжечь, понял? Понял! Что ты понял? Товарищ Чубенко, ну? Возьмите меня с собой. Таких не принимаю. Иван, не принимай. Нет. Почему? Умыться надо. Едем. Сидя! Пиши! Правление юго-западных железных дорог. Не желаю вам больше служить. Ухожу в Чубенко, ламповщик Зяба Шемпель. Налетел это он, как орел. Один поезд с ним чужой под откос. Второй весь с тормашками. Третий прямо кашу с немцами сделал. Ты перебор. Вот дай ему Бог здоровья. А потом телеграмму их ему царю дал. Ждите Чубенко в гости к себе, ваше величество. Вот сатана! Войско! Войско сюда идет! Товарищи, в ружье! Он. Кто он? Товарищ Шуберко. Товарищ Шуберко! Дорогой товарищ Шуберко! Здравия желаю, товарищ Шуберко! Каким негодя скорешет партизанами! Партизаны с мирным! Партизаны вольно! Скажу вам великие слова. Революция есть война. Это единственная законная, правомерная, справедливая, действительно великая война из всех войн, какие знает история. Это слова товарища Ленина. Старые металлурги говорят, сталь варить, что жизнь прожить, и тяжело, и страшно, и конец труда. Мы шварим не сталь, а революцию, и как жарко надо нагреть печи. И какими надо быть мастерами, чтобы получить лавку и вылить ее в прекрасную форму. И будет тогда у нас стальное государство, пролетарская крепость. А нам, рядовым бойцам, нужно любить революцию, будущее больше всего на свете, и отдавать за нее жизнь. И отдадим! Ты, немцы, много! Туча! Партизаны вперед! Даешь сердцу Белобородова! Стой! Назад! Иди сюда. Сколько ты там видел? Ой, и не спрашивайте! Несметно! Ну, а сколько все-таки? Море! Море! Ну вот, нас 100 человек. Немцев больше, чем нас? Больше! А во сколько раз? Раз в 1000 больше! В 1000? Без наказа не стрелять. Если отряд очень большой, пропустим. Хайда! Слышь, громко дышишь, сатана.
сейчас пошлю. Я думаю, это был случайный, одиночный выстрел. Кто стрелял? Оно стреляло. Оно стреляло? А ты при нем кто? Я при нем, я. Ты зачем немцам сигнал подал? Я сигнала никакого не давал. Я лежал тихо и не дыша, только сердце. Как говоришь, не стерпело сердце? Терпело, товарищ Чубенко, ей-богу, стерпело. Только вот фельдшер на меня споткнулся, оно и выстрелило. А ну-ка, расскажи, как ты споткнулся. Это должно быть от волнения, товарищ Чубенко. У меня пульс сильно бился. Вот. Я думаю, что он меня не расстрелял, потому что я у них единственный фельдшер. А в отряде... Я вам должен сделать замечание, господин Гурковский. Слушай. Это неосторожно проходить к нам. Не беспокойтесь. Они меня сами отослали. За лекарством. В отряде у них появились случаи тифа. Тифа? О, это хорошо. Это очень хорошо. Тем более, что от моих лекарств не прекратится эпидемия. Доброго здоровья. Нет, нет, спрашивай оружие, это друзья. Познакомьтесь. Что, похож на комиссара? Очень. Харунжий Половец. И фамилия у вас... В отряде Чубенко есть матрос, Половец. Иван. Да. А вы его знаете? Знаю. Мне очень стыдно, но это мой родной брат. Ай-яй-яй-яй. Да, так... Много лет мы с ним не виделись. Но ничего. Встретимся. Я могу получить знамя, господин полковник? Пролетари всех країн, єднайтеся. Пить мне что-то хочется все время. Что бы это значило, фельдшер, что так хочется пить?
а в голове целый мартен гудит. Да у вас тиф, товарищ Чубенко. Доездились на свою голову. Передавайте кому-нибудь команду, а сами ложитесь. Ты у меня ляжешь. С коня я не сойду, а тебе приказываю молчать. Моя стуколка найдет тебя сквозь любой дуб. Что ж ты, зяма, приумолк? Спой. Ой, в поле ветер вит. А у Чубенко сыпняк. Да и все мы гости недолгие на этом свете, если так по лесу будем шататься. Фельдшера! Фельдшера! Скорей! Отдохнул малости, хорошо. Коня. Ты бы на подводу пока, товарищ Чубенко. Коня. Товарищи, какое дело? Контузия у меня была. Голова закружилась. Безусловный сыпной тиф. Надо спасать товарища Чубенко! У меня нет медикамента! Он погибнет в лесу! Ты погоди, фельдшер! Нельзя выходить из леса! Я говорю как медик! Не верите? Учите сами Чубенко! Приходь из лесу! Нельзя выходить из леса! Мы пойдем по пути товарища Чубенко на соединение с отрядом Сербова. Уже так зашли на край света. Нам далеко уходить от своего села ни к чему. Правильно. Что правильно? Сатаны! Свои хаты защищать, а мировой капитал, пускай, значит, дожит революции. Они немцы, они перебьют вас. А ты что, смерти боишься? Смерти боишься? Командир! Я боюсь! Рус! Давай немцам бой! Я смерти боюсь. Пусть сейчас придет товарищ Ленин и скажет пусть. Ваня, твоя жизнь нужна революция. Я даже минуты не подумав, скажу. Нате ее, товарищ Ленин. Возьмите ее. Товарищ Ленин! А сейчас? Кому нужно сейчас, чтобы мы шли под немецкие пули? Немцам нужно! Ага, немцам. И больше никому. Так почему же ты, фельдшер, хочешь, чтобы мы зря легли под немецкими пулями? Почему? Я не хочу вашей смерти. Я хочу спасти жизнь товарища Чубенко. Только потому я так говорю. Нет. Не врешь. В
матерью моей клянусь, детьми, которые народятся от меня. Жизнью своей кляну, что спасу товарища Чубенко. Пропустите! Кто такой? Откуда и зачем пришел? Прислан из подпольного комитета товарищ Чубенко. Вася. Товарищ Чубенко, лежите. Пришла гора к Магомету. Подпольный комитет прислал. Шахтеры здесь. Близко, товарищ Чубенко. Приказ есть. Оба отряда слить и дуть по немцам. Принимай команду, Иван. И клади меня куда хочешь. Спокойно! Тачанку давайте, сатаны! Прежде чем выступать, нужно послать разведчика. Эх, жаль. Я не могу пойти. Есть там у меня верный человек. Оксана, невеста моя. Все в точности должно. Яким! Ты пойдешь. Собирайся. Знаешь, кто я такой? Ну, а кто ты такой? Я красный партизан. 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 Вот тебе партизаном! Со двора тёлку свели! Я за ней, как за детём ходила! Мало вам! Чего ещё пришли? Вот причепилась. Что ты мелешь, дура? Нет на свете таких партизан. Партизаны сами с себя последнюю сорочку скинут. Скинут? А ну скидай! На! На! Подавись ты, вредная девка. Может, это без Чубенка шахтеры разбалывают? Ты до шахтеров не пришли! Эх, как бы тут шахтеры были! А где ж вони? Були-то нема. Я к тебе в огород случайно зайшов. Мені треба Оксану Журавленку убачити. Скажи, де її хата? Здравствуйте вам. Я есть та сама Оксана. Оксана? Не чіпляйся. Не твоя. Я к тебе от Івана Половца прийшов. Він у нас в отряді главний командир після Чубенка. Здоров, друг! А я його родной брат. А Верка? Принимал он меня ласково.
угощал, в гости всех к себе звал. А что за народ такой? Да народ так себе, ничего. Только будь то по сундукам шарят, да кое-кто в шапках гайдамацких ходит с китицами. Шапки дело перелетное, у нас тоже в касках ходят. Не шкварчи, сатана. Так вот, хлопцы, какое дело. Путь к шахтерам один, через каменный брод. Калачами они нас там встретят, спасибо. А нет, пробьемся. Так там же брат мой, товарищ Чубен. А ты уверен, что он тебе брат? Товарищ Чубен, это брось. Тихо. Да брось, говорю, за братишку головой ручаются. Ну, смотри. Что ж, Иван, ни брата твоего, ни партизан не видно. Танки с пулеметами выставь вперед. Да ты в своем уме, товарищ Чубен. Видишь, девчата идут, а впереди мой братишка Аверка с красным знаменем. Выставь вперед, не помешает. Вот он, тихо. Ложитесь, ложитесь, товарищ Чубен. Thank you.
Ну, я тут. Хороши, товарищ себе. Что там еще? Не отвернешь, хороши! Дом, дом, дом,
Ивана. Трудно тебе, Иван. Трудно, Оксана. Столько лет брата не видел. И даже поздороваться не успел. Рибу возили. Возили німцям рибу. А Жульк полем людина бреде. І не то п'яна, не то людей страшиться. Придивились ми, аж це Аверко, мусію син. Ми його на воза та й сюди. Ми його на воза і сюди. Бандити на мене напали. Єлі відбився. Кушай, сынок, своя. А давненько ты в море не бывал. И брат твой Иван жив и здоров. Жив и здоров. Кто с тобой? Так, в голове печет. Он весь народ против немцев хотел поднять. А оружие сколько у него спрятано. Только и ждем его приказа. Какого приказа? Чтобы немцев и кайдамака убить. А где оружие? Хорошо спрятано. Об этом знает только он, то Черное море. Так про оружие знают только вы и Черное море. Ага. Только я и Черное море. Ехать мне надо. Куда, сынку? Дела, мама. Старых товарищей повидать надо. Дождь идет. Завтра вернусь. Силы столкнулись на Украине. Революция, факел которой зажгла Россия, и контрреволюция, идущая с Запада. Все честное и благородное, что есть в России, поддерживает нас в нашей борьбе. Ура, товарищу из Москвы! Ура! Дитину разбудили. Товарищи, борьба вступила в новый этап. Вокруг нас объединились партизанские отряды, и силы эти будут непрерывно расти. Весь народ поднимается на освобождение Родины от интервентов. И вот в этот исторический момент партия дает нам ответственное задание. Ударить на город, взять его и отрезать немцам путь к отступлению. Мы находимся на левом берегу, город на правом. Вблизи железнодорожный мост и разъезд. Надо захватить его. Я захвачу. Нет, не ты. Командиру первого шахтерского полка, товарищу Сербову, приказываю взять разъезд. Возьму, товарищ Чубенко. Чтобы ударить по городу с правого берега, нужно найти переправу. Я найду, брат. Мы приднепровские у плавня, как у себя дома. Хорошо. Командиру первого партизанского полка, товарищу Недоли,
Приказываю форсировать реку. Слушаю, товарищ Чубенко. А я-то как, товарищ Чубенко? А тебе, Иван, особое задание. Есть. Нужно поднять рыбаков, вооружить спрятанным в гроте оружием и подняться с моря к городу по речке. Понял? Есть, товарищ Чубенко. Все. Командование общими силами принимаю на себя. Здоровье. А, да, вы не знаете, где спрятаны вот эти... вот эти штучки, а? Ай-яй-яй. Плохой. Ваш дом плохой. Очень плохой. Дом по-немецки хаус. Плохой. Unser Kaiser будет вам строить ein schönes Haus. А? Эй! Fast ihn! Оружие! Не знаю, сыночек. Бежите вам по хатам. Забейте Василия Долу, Головка, Сизо, ну и всех рыбаков. Поскорей. Скорей, мама. Смеялся, старик? Здесь камень, скала. Это мы. Мы их давали. То есть угон. Обманул нас, осишес Швайн. Мист. Где? Оружие. Я же сказал, что тут. А где же они? Тут.
Быстрее, братва! Эй! Хунту фадамта! Оружия нет! А ты думал, правду скажу тебе, где она? Дурень! Эрштейн. Со мной разговор окончен. А вот сын мой, Иван, поговорит с вами. А теперь стреляй в меня. На правый фланг. Слева выставить орудия больших калибров. Броневые части не могут своевременно выйти на позицию. Полковник Кленер убит. Как убит? Быть бы еще не было. Кем убит? Какая-то баба ударила его по голове толстой палкой, которая называется оглоблей. Оглоблей? Здоров, дорогой. Ну? Что ж ты задумался? Стреляй, ваше благородие, немецкий халуй. Врешь, брат! Я вильно Украину защищаю. Что ж ты у немца за пазухой спрятался? Ты кому служишь, клешник? Я ни на кого не продался. Не убивай, не убивай, родной брат. Вспомни отцовскую науку. Тому роду не буде переводу, в якому брати мили згоду. Привід наш роботящий, та не всі в роду путящий. Єсть горе горівавшие, сознательностью пролетарской подкованные, а єсть враги и агенты врагов. Агенты врагов. И вот видишь сам, род распадается, а класс стоит, и весь мир за нас, и Карл Маркс. А отца, вечная светлая память ему, своими словами не оскверняй. Ты немцев привел к нему. Гад. Брат брата убил. Брат мы не той. Кто разом зі мною за революцію б'ється? А ворогу і зміннику пуля! Товарищ Чубин, міра правил совершена в порядку. Всі війська на правому берегу. Железнодорожний роз'їзд взят, товарищ Чубенко. Розвернуть ескадрони к атаки на город. Товарищ Шибелка, с вами хотят говорить немцы.
Вас слушает Чубенко. Говорит генерал Эммельсдорф. А, здорово були, пан генерале. Як се маєте, як поживаєте, як живете? Предлагаю вам немедленно сдаться. Ваше положение безнадежно. Город вам даст отпор, а мы, перебравшись через реку, зажмем вас в тиски. При добровольной сдаче я гарантирую вам жизнь. А я вам, извиняйте, не гарантирую. А. Иван прибыл? На речке никого не видно, товарищ Венка. Вот видишь, Иван-то твой. Телеграмму послать бы ему. Спешную. Нет, ты уж спешную готовь другую. Москва, Кремль, товарищу Ленину. Задание партии выполнено. Город взят. Шапли давай! За нашу землю, товарищи! За нашу волю! За счастье наших детей! Вперед! Зря ты с нами связался, господин генерал. Встреча будет не из приятных. Спокойствие, господа. Нельзя допустить, чтобы они захватили город и склад оружия. Нужно выиграть время. Генерал Эммельсдорф. Полковник барон фон Фельден. Майор Пунцов. Генерал Сербов. Донбасский кузнец. Товарищ Шубер! Полковник Яким Недоля. Приднепровский селянин. А меня вы хорошо знаете. Я вас слушаю. Во избежание ненужного кровопролития немецкое командование решило вступить с вами в переговоры. Товарищ Семенко! Вон! Я же говорила вам! Адмирал Иван Соловец, военный моряк с миноносца Керч. Больно. Ну что ты с ними... Кидай эту церемонию. Я там десант высадил. Город кончаю. А я проволоку вышел. Мои ребята по городу гуляют. Мы предлагаем вам прекратить военные действия и дать нам срок для эвакуации нашей войск и мужества с города. Даю вам ровно столько, чтобы вы, не задерживаясь ни минуты, убирались отсюда. То есть, генерал, проводите господ офицера.